Друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. Это краткий обзор ICO-компаний, самых интересных и самых топовых, на мой взгляд. И сейчас в обзоре будет такой ICO-проект, который называется InRating. Добро пожаловать в мир новых этих возможностей. InRating — это абсолютно новый подход к коммуникации, знакомству и общению со всем миром. Сейчас проходит этап пред ICO. С 4 июня по 4 июля будет месяц скидки, вернее бонуса 50% дополнительные к вашему приобретению. На самом-то деле очень приятный бонус 50%. Далее с 1 августа уже запустится этап ICO. Там будет уже бонус, целый месяц будет бонус 30%, и во втором этапе с 1 октября по 31 октября будет 20% бонус. То есть вот так вот. Чем раньше купишь, тем больше получишь бонуса. Так, InRating — это монетизация своей популярности, возможность создания персонального и коммерческого аккаунта. Также использование InRating для продвижения брендов, товаров и услуг. Важная функция InRating — автоматизированный автоматический перевод сообщения на 100 языков, голосовых сообщений на 44 языка, телефонии на 44 языка в реальном времени. InRating — международный проект, реализованный на 15 языках и 4 платформах. Каждый пользователь InRating становится владельцем внутренней монеты InCoin и блокчейн-кошелька. Уникальный InRating персональный рейтинг пользователя, реализованный на технологии блокчейн. InRating выходит в офлайн. Множество фирменных и брендовых мероприятий, музыкальных и спортивных фестивалей. Мы объединяем пользователей в живом общении. Также создание собственных событий и мероприятий в InRating с использованием технологии e-voting, реализованный на технологии блокчейн. Так, что же нас ждет? Внутренняя монета InCoin, внешний токен InToken, внутренний кошелек пользователя на технологии блокчейн, рейтинг пользователя InRating, голосование в конкурсах на основе технологии eVoting. Стоимость... За $1 можно будет приобрести 100 токенов. А владельцам InToken ежемесячно начисляет бонус. Это скоро будет. Покупка внутренней монеты InCoin через агрегатор платежных систем. Каждый пользователь имеет кошелек, защищенный технологией блокчейн. В сети доступно размещение благотворительных платов и участие благотворительности. Это скоро будет. Уже есть приложение внутренние покупки, подарки, размещение рекламы и сервис реальных подарков. И скоро ожидается внутренние переводы между пользователями сети и InRating при покупке от 200 долларов токенов. Так, рейтинг. Высокий рейтинг дает возможность стать владельцем InToken. Преференции на офлайн событиях InRating, фирменные вечеринки, фестивали, учитывается при онлайн голосовании и конкурсах eToken, eVoting. Так, это что, какие существуют сейчас уже? И также скоро ожидаются широкие возможности кастомизации конкурсов или событий, создания пользователям своих конкурсов и событий в сети InRating. Весь объем коммерческой рекламы подтвержден эмиссией InToken. Каждому держателю InToken производится бонусное начисление пропорционально его количеству InToken. Держатели InToken могут обменять бонусные начисления на внутренней бирже, либо потратить на рекламу InRating. Также напомню, что прежде всего закончится через 25 дней. Бонус 50%.
60 центов стоимость одного токена на данный момент. Минимальный объем инвестирования это 0,1 эфира. Так, распределение будет 50% миссии продажи на ICO пред ICO. процента остается в проекте, 5% за вознаграждение и 3% баунти. Так, дорожная карта на этот год и немножко на 2019 год. Новости компании и команда, которая работает над данным проектом. И также партнеры именитые. Так, это был короткий обзор, а для полного и расширенного ознакомления с проектом рекомендую вам ознакомиться с white paper. Ссылочку оставлю в описании под видео. Здесь вы получите ответы на все ваши вопросы. И подписывайтесь, конечно, на социальные сети. Это Twitter и Facebook, чтобы следить за всеми последними новостями компании. Здесь очень часто и регулярно постятся посты, чтобы вы все были в курсе своих всех событий. И вступайте в группу по Телеграму. Задавайте вопросы напрямую в чате. Здесь круглосуточная поддержка и общение с такими же инвесторами, как и вы. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.